А может, камера сенсорной депривации? Говорят, очень успокаивает. Плавать в баке с теплой жидкостью в звуко- и светонепроницаемом пространстве. Не уверен, что я хочу прекращать воздействие на свои органы чувств. Да о чем ты? Ты же вечно жалуешься, что все не так пахнет, выглядит и ощущается. Эй, я же рядом стою, зачем так кричать? И все же, отдых бы нам не помешал. Я даже пойду с тобой. Но в камеру идем по одному. Я уже и так делил утробу с сестрой-близняшкой и не хочу проходить это вновь. Вы когда-нибудь погружались в камеру сенсорной депривации? Нет. Никогда. Тогда хочу вас предупредить. Люди реагируют на нее по-разному. Некоторые достигают абсолютного спокойствия, а кое-кто даже говорил о видениях. Но если вы почувствуете хоть малейший дискомфорт, нажмите кнопку паники и скажите «Биби». Что за глупое слово? Это мое имя. А что нам нажать, если мы испытываем дискомфорт? Ну, готовы. Не то чтобы это цель нашего прихода, но можно мне закрыть его крышку? Нет. Нет. Готов? Секундочку. PH в пределах 7,2 и 7,8? Да. А воду полностью меняет после каждого посещения? Да. Уровень натрия 30%? Да. А ваша система фильтрации использует ультрафиолет для уничтожения бактерий? Да. Мне даже лезть не нужно, я уже расслаблен. Биби. Что-то не так? Ничего, просто хотел убедиться, что все работает. А еще я передумал, ваше имя очень забавно произносить. Биби. 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 Так приятно. Как будто я парю в открытом космосе. Но даже лучше, потому что мои глаза не вымерзли. Ух ты, красочки! Бесконечные итерации секции Наутилуса множества Мандельброта. Как же здорово! Вау! О, как тут темно! Вообще никакой разницы, если открыть глаза или закрыть. Открываю, закрываю. Открываю, никакой разницы. Ух ты, как красиво. Ваша Нобелевская премия вдохновила бы стольких женщин. Всех женщинами, а вы ее псу под хвост. Я хотел пойти в науку, но раз вы проиграли, пойду снимать видосы про мейкап на YouTube. Ох уж эти бесконечные множество Мандельброта. Крутится, вертится мой Мандельброт. Мою вам с кисточкой за подставу. Выйду теперь за придурка и нарожаю ему придурочных детей. Разочаровал. Я не могу теперь заниматься наукой. Ну даешь, мать. Такое разочарование. Математика слишком сложная. Я же всего лишь женщина. Такая пойду на шляпа. Ты нас подвела. Вы нас подвели. Полное разочарование. Псу под хвост. Так, прошел час. Давайте посмотрим, как они там. Ну, приятель, как ты? Можно еще 5 минуточек. Эми, ну что, ты расслабилась? Я неудачница, я ничего не могу. Накройте ее крышкой, она портит мне всю малину. Эта камера просто невероятная. Как Диснейленд, только все горки в 35 измерениях. А вместо Микки Мауса я сфоткался с концепцией, что все время это иллюзия.